локация полная жопа. Это капец. Но просто откуда их так много? Я не понимаю. Да, сука! Так, вот если я с этого момента подыхаю, следующая попытка будет идеальной по-любому. Это пиздец. Ни хрена себе! Окей. Вот к этой смерти я закончу проходить эту локацию. Стоят такие, смотри. По-любому у них там улыбка за шлемом скрыта. Улыбятся хитрые твари. Лучник, ты красава. Я добил его, ударив между ног. Ёб твою мать, что это такое? Чего вы рофлите, что ли? Это босс? Осторожно, нога! Не хочу, не буду.
Офигеть, он реально провалился. Это же безумие. В общем-то, локация, насколько я понял, продолжается. Ага. И сейчас стрела прилетит. Ебать, да я провидец. Присмотрись к этим платформам, у них есть кнопки. Кнопки? А, реально. Черепаха сейчас упадет, смотри. А как? Игра... Но я не соврал, я не соврал. Короче. Спидранер я великий. И босса сейчас я встречу. Понятно? Твою мать, это не босс. Балрог какой-то, ни хрена себе. Выглядит как тварина, которая меня ваншотнет. Старый железный король. Как его убивать? Охренеть. Чё, блин? Не понимаю, где стоять-то, чтобы не сдох? А, фига. Зачем я мог съел? Балрог, ну ты не мог сдохнуть уже на первой попытке, но Балрог. 58 тысяч душ за этого босса. Это просто что-то.